И всем привет, с вами Росиксон. Сейчас я расскажу про EYWA. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я показываю в реальном времени, как зарабатываю с нуля и уже заработал более $400 на разных темках, разной сложности. Так, теперь... Это протокол для передачи криптоактивов и данных между блокчейнами с поддержкой смарт-контрактов. EYWA — это система, которая позволяет различным экосистемам, блокчейнам взаимодействовать друг с другом. Мы предоставляем пользователям возможность быстро и дешево перемещать свои активы между разными сетями, а разработчикам эффективно реализовывать кросс-чейн-логику для своих децентрализованных приложений. Все мы знаем, что отправлять средства с одного блокчейна на другой может быть сложно и довольно дорого, иногда даже небезопасно, потому что мосты часто ломаются. И об этом задумался и Борис Повар, генеральный директор и соучредитель EYWA. Основным архитектурным элементом экосистемы EYWA является межсетевой протокол передачи данных EYWA, который является транспортным уровнем между блокчейнами. Миссия в том, чтобы объединить DeFi. EYWA стремится к тому, чтобы отрасль достигла нового уровня зрелости и адаптировала DeFi для массовых пользователей. Мы намерены сделать децентрализованные финансы простыми, удобными и понятными даже для новичков. Чтобы это произошло, необходимо максимально упростить пользовательский интерфейс при взаимодействии с DeFi. Альфа-тест EYWA, который прошел осенью 2021 года, сам тест проходил в полуигровом виде. В это время проект заинтересовал простых людей из соцсети EYWA, начали набирать подписчиков в общей сумме около 300 тысяч. Те, кто участвовал в альфа-тесте, получили NFT с размещенными токенами EYWA. Весной этого года EYWA начала заключать партнерство с многими проектами, такими как XDAO, Brave и другие. Я считаю это очень круто. Также получала гранты от разных блокчейнов и проект на финальной стадии. Но после падения рынка и после взлома одного из мостов сети Гармония, именно на этой сети планировался запуститься проект. Но потом заключила партнерство с Aurora. Aurora — это решение Layer 2 к Ethereum, построенная на базе протокола NIR. Кстати, у меня уже есть об этом видео, можете посмотреть поподробнее. Она обеспечивает в 1000 раз меньшую комиссию за транзакции по сравнению с Ethereum. И финальность 1-2 секунды. И работает просто лучше, так как на базе NIR. Aurora полностью совместима с Ethereum, включая использование эфира в качестве базового токена. Все существующие инструменты Ethereum работают без модификации. Aurora включает в себя нетребующий доверия мост Rainbow Bridge, который позволяет осуществлять двухстороннюю передачу любой информации из эфириума в NIR, включая токены ERC-20. Кстати, то, что Aurora полностью совместима с эфириумом, если говорить по-простому, допустим, у вас есть приложение на эфире, вы там его написали, код все работает, и вы можете очень быстро перенести свой код на Aurora, то есть его практически не надо будет перестраивать, там буквально пару простых действий. NIR протокол, кстати, я уже снимал 36 видео, связанные с NIR, так или иначе, можете посмотреть в моем плейлисте. NIR протокол — это основанная на блокчейне, удобная для разработчиков, сверхмасштабируемая платформа для децентрализованных приложений. И, кстати, про шарды они начали говорить раньше всех, и в них инвестировали крутые фонды, недавно $350 миллионов подняли. В общем, монета очень интересная. И NIR обеспечивает децентрализованное хранение и обработку данных, достаточно безопасно для управления ценными активами, такими как деньги или идентификационные данные. Так. Также от Aurora EYWA получила хорошие гранты и также получила от NIR. И еще EYWA была на NIR конференции 2022. Теперь самое интересное. Это DemoDex. Он нужен, чтобы показать возможности EYWA. Там можно попробовать кросс-чейн переводы токенов. Так, переходим на сайт EYWA DemoDex по ссылке в описании. Подключаем кошелек, который поддерживается EYWA. У меня это MetaMask. Еще там есть Brave,
Wallet Connect, Trust Wallet. Вообще самые топовые кошельки тут есть. А для теста нам нужно получить тестовые токены. Их можно получить по ссылке в описании. После получения токенов на сайте и обмениваем их на монету DAI. Дальше нажимаем Trade на токен DAI. А внизу выбираем нужный нам токен. Например, USDT или любой другой токен. Нажимаем на Swap и в кошельке подтверждаем все, что нужно. И все готово. Это всего пару кликов. В общем, очень круто. Мало где такое есть. Я еще ни разу до этого такого нигде не видел. Так, а во вкладке транзакции мы увидим историю переводов. Токен X. Это означает, что на его месте может быть любой токен, который поддерживается в сетях. Также проведена оптимизация проскальзывания при обмене активов и балансировка кросс-чейн-пулов у EYWA и свой стейблкоин. Универсальный кросс-чейн стейблкоин EUSD. Его можно конвертировать в любой из поддерживаемых стейблкоинов. Как видите, это очень удобно и быстро. Всем советую перейти по ссылке на демо EYWA и попробовать сделать переводы, понять, насколько это просто и удобно. Ждем полного запуска проекта, ведь тогда больше проектов будет интересоваться EYWA и могут заключить партнерство или, в общем, много всего интересного нас ждет, я думаю. И я думаю, то, что будут даваться награды за тест. На соцсети проекта, там вы можете узнать новости проекта, конкурсы. Например, я сейчас участвую в отличном конкурсе от команды. В общем, приходите, там все новости. Если что, задавайте вопросы в комментариях. Если вы видели какие-то ошибки, надеюсь, они не были критичными, в комментариях можете на них указать. Не забывайте лайки, также подписываться, ставить уведомления.